Испанцы известны своей любовью к собакам, но и о котах они не забывают. Только что мы заметили вот такое оповещение, которое говорит нам, что здесь находится колония котов, и эти коты находятся под защитой государства. Все коты стерилизованы, и о них заботятся волонтеры. Здесь запрещено подбрасывать своих котов, тревожить как-то котов, забирать отсюда и кормить их. Если вы прогуливаетесь с собакой, то, пожалуйста, будьте внимательны, чтобы не было агрессии со стороны собаки к этим котам. Если вы будете нарушать эти правила, то возможен штраф. Вы можете не волноваться за этих котов, потому что каждый день сюда приходят волонтеры, которые их кормят и заботятся о них.